Бюджет Чувашии увеличится на 830 миллионов рублей, а жители, которые имеют долги за коммунальные услуги, лишатся компенсации расходов на капитальный ремонт. Такое решение приняли депутаты Государственного совета Чувашии. Сегодня они первый раз собрались на сессию после летних каникул. В республику дополнительно пришли 202 миллиона рублей с федеральной казны. Собственные доходы выросли на 628 миллионов. В итоге в целом бюджет Чувашии на 2019 год увеличился на 830 миллионов рублей. Основная часть этих денег пойдет в сферу образования, здравоохранения, физкультуру и спорт. Основные средства, 382 миллиона рублей, направляются на строительство садиков. Всего в текущем году выделены средства на строительство садиков в общей сумме 1 миллиард 822 миллиона рублей. Большинством голосов изменения в бюджет приняты. Поддержали депутаты и новую форму господдержки молодых предприятий обрабатывающей промышленности. Они получат право на инвестиционный налоговый вычет. Вот предприятие 3 года, вложило инвестиции, 3 года отработало, и у нее, выходит прибыль. От прибыли оно должно платить налог. Часть уходит в федеральный бюджет, часть республиканский. И вот то, что уходит в республиканский бюджет, 50% будет возвращаться этому предприятию. Еще из повестки дня. Прожиточный минимум пенсионеров на следующий год остается на уровне 2019-го. А жители республики, которые имеют долги за коммунальные услуги, с 1 января 2021 года потеряют право на компенсацию затрат на капитальный ремонт. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.